Здравствуйте, дамы и господа. Прошло полтора суток. Мы решили проверить капканы, пока есть время. Где у нас был похоронен один капкан? Да, похоронен. Закопан. Вчера был мороз, минус 40. Сегодня оттепель. И вот пока оттепель, я решили проверить. Потом опять морозы пойдут. Видите, как хорошо. О, водичка. Ничего не замерзло. Было минус 40. Вот. Это полтора суток оно в воде стояло. И мы вот, чтобы дождь на небо не замерзало, проверим и потом опять закроем. Сколько слякоти. Главное, ну, картонка лед не промерзла. Ну это, ну чуть-чуть лед есть и все. А? Чуть-чуть лед. Нет, тут это. Вон. А, этот оно. Что это кажется? Да? Да. Слякоть? Кажется. А. Что-то дубинки не видно. А. Дубинка на месте. Не хочешь клевать. Ладно, пускай стоит. Главное, что быстро сейчас проверять. А то стемнеет. Уже сумерки вроде начинают. Да нет, это облачно. Так так и было. Лишнюю влагу сразу, чтобы картонки убрать. Надо еще картона принести. Маловато. Еще и там же закрывал. Проверка капкана заставила у нас минут 10. Вот дальше шли. Это вот эти, наверное, обычно вот так вот снегом, а не кубиками. Так, вон, подо льдом, под снегом он налить, она не замерзшая. И снег не будет, не будет замерзать. И веточку. Да. Центр отметил. А теперь идем до следующего капкана. Да, да. Вот, раскрутно. Ну, пришли ко второму капкану. Сейчас будем скрывать. Киндер-сюрприз. Эй, киндер-сюрприз. Стараемся, стараемся, чуть не хочется попадать. Но мы не бросим это дело. Летом очень сильно старался. А здесь вот, видите, посильнее примерно. Воздух оттуда снизу. Да. Сейчас подмолодим. Ага.
Вот такие дела. Ну, охота это дело такое. Сегодня фартит, завтра нет. Вот палочки. Водоросли и палочки. Ага. Может, еще из-за морозов он не хочет уходить. Какой дурак будет уходить? Если только жрать. Так-то подумать, он же грызун, ему надо палки каждый день грызть. Да. Он, у него же это. А? Он же себе... Он нору себе не затаскивает сейчас. У него есть приготовленное там. Нет, пусто. Не хотел, не ходил. Это запросто может быть из-за того, что морозы. Сильные перепады. Гипертоника. Есть болезнь. И вот ему плохо выходить. Вот, вот и он. И у нас такая ситуация, скорее всего. Или просто не хочет. Может, у него здесь хода нету. Мы же так на бум здесь поставили. Там в плотине должен подходить. Как думаешь, если он чаще здесь плавал летом? Ну, летом плавал одно, а зимой у него норы там где-то. Он сюда только может приплыть. Так, из-за того, что проедет плотину, и все. Слушай, а зачем тогда ему здесь норы? Здесь норы? Да. Ну, мы ж... У него, может, летние здесь много быть, как у барсука. Хотя, навряд ли это. Ну, пойдем посмотрим, ходила норка, нет. Только это, как в прошлый раз. Нырять не надо. Вот, по водичке. Ходила она. Вон, среди норки были. Она вон там вылезла и туда пошла. И вон там вот ходила. А? Не, ну капкан стоит зеленый. Угу. Эти капкан только перетает сюда, вот, нет, есть. Лучше на два проверять. А? На два раза. Вон. Ну она вот сюда вот выходила. Норка. Вон сзади дырки. А? Ну вот она. Значит, тут судить, как не там опускаются. О, сколько она. А может она себе только один раз сделала? Ну слушай, она так быстро это поменяла свою траекторию. Ну что там у нас? Не всегда туда. Когда-то будет и на нас. Вернется, камор с пряниками.
Ладно, всем счастливо, Рождества, пока-пока.